шинковке есть не только какие-то приемы, но есть и принципиально разные техники шинковки, то есть движения, которыми мы будем резать. Начнем с самого простого. Это так называемый рез давлением, когда мы просто опускаем и поднимаем. Следующая техника, так называемая японская, когда мы совершаем только одно движение на себя ножом. Это вот так выглядит в динамике. И результат у нас получается тот же, но техника, которой мы пользуемся, другая. Вот таким вот образом. И есть еще, помимо основного, который я показывал в самом начале, когда движения идут возвратно-поступательные, есть еще некий гибрид этих двух резов. Это когда мы режем и вперед, и назад. Режущее движение у нас и при подаче ножа и вперед, и назад. Вот таким вот образом это происходит. При каждом движении мы... Вот разные способы шинковки овощей, в частности, я показывал.